Всем доброе утро. У вас уже, наверное, добрый день. У нас полдесятого сейчас. Все, мы вернулись из отпуска. Я вернулась из отпуска. И пора приступать к делам. У нас, как всегда, пересадка. Как всегда, перестройка. Так, вот такой вот беспорядок мы навели здесь сейчас. Кто там такой сидит хороший? Вот, и смотрите, какие у нас планы с вами на сегодня. Пересадить вот эту вот колумнею. Я не знаю точное название, но она такая вот у нас красивая. А почему пересаживаю? Потому что она, вот я тут полила, но она очень быстрая. Замечаю, что слишком быстро она, земля высыхает. Видимо, потому что там уже мало ей места осталось. И плюс она очень сильно разрослась за последние пару месяцев. Так что пересадим ее в горшочек побольше. Вот здесь вот это у меня филодендрон миканс, который я вам в спальне несколько раз показывала. У меня он просто огромный. Я почеренковала. Он до сих пор огромный. Но вот эти вот почеренковала я достаточно много их, и он у меня висел вот так вот в воде, и уже пора его тоже сажать. Вот, и потом посмотрите, только, пожалуйста, игнорируйте, у меня там беспорядок. То, что там разбитая ваза, это Бонни разбила, и мне нужно ее выкинуть. Ну, как бы я не хочу, да, мусор класть. Ой, а вот так вот тут не помещается. Сейчас, дайте я... Мы с вами сейчас будем пересаживать еще вот этот вот филодендрон глориозум, который просто нереального размера. Вот моя рука. Да, и вот такие вот он просто, ну, огромные. А почему мы его будем пересаживать? Ну, по двум причинам. Одна, вот видите, очень маленький уже для него тут этот горшок. Сейчас я отойду, покажу вам. А второй момент, это он так вот раскидывается в две стороны. И просто, ну, слишком много места занимает. Вы видите, да, он шире, чем обеденный стол. А он у меня стоял вот там вот в углу, и постоянно уже эти листья... Мне это не волнует, что эти листья перед телевизором, но Майклу прям это на нервы действует. Поэтому я решила сделать следующее. Мы оставляем вот эти вот три листа. То есть мы его тоже будем не только пересаживать, но мы его еще и почеренкуем. Я вчера сделала вот такой вот надрез, то есть не полностью, а только чуть-чуть, потому что вот, сейчас, видите, он даже становится толще уже здесь, такой большой, здесь вот тоньше, и он стелется по земле, он вот так вот стелется, и получается, что он... Если, конечно, его не трогать, то, может быть, он просто пойдет по кругу. Мне кажется, что вот это вот будет врезаться туда в стебель. В общем, поэтому в план у нас, в планы входит вот этот, вот тут вот отрезать его. Наверное, я их оставлю оба в одном горшке. Ну, посмотрю. Мне просто нужно, чтобы вот эти вот все листья направить в одну сторону. И, скорее всего, вот этот лист нам придется отрезать, потому что он у нас попадает на вот ту часть, которую мы оставляем, да? Но тут вот три листа в ту сторону, а один вот в эту. И не решает, так скажем, проблема, что он слишком раскидистый и нет места для него. Вот, поэтому я думаю, что мы этот лист уберем. Вот, этот останется с двумя, но он... Уже скоро даст, вот тут вот уже началось, он даст новый побег. Вот. Вот это у нас, конечно, самый такой грандиозный план на сегодня. А там, посмотрите, еще я подстригла свои бегонии. Они у меня тут, они уже доставали вот прям до верхней полки. Я почеренковала их. Вот они у меня здесь в банке стоят. И вот здесь вот тоже еще почеренковала. Ждем, пока укоренятся. Тоже здесь вот подстригла. Хотела... Вот эта вот была очень длинная, да, но у нее было два стебля.
Я хотела, думаю, ладно, сейчас как раз они у меня вот все остальные выравниваются, я их все под одну как бы гребенку подгоню. Но у меня рука не поднялась. Такой красивый. Сейчас я вам покажу. Там вот видно, видите, какой просто идеально прямой стебель. Вот, я поэтому пока оставила. Это бегония сил... Ой. Я добавлю сейчас тут вот на экране название, я не помню. В голове крутится, не могу вспомнить, ладно. Вот, поэтому... А, ну еще вот там вот у нас... Тут вот тоже надо посадить. Они уже корни давно пустили в воде, стояли. А, еще, кстати, смотрите, я такая сижу тут на днях. Вот эти вот штуки. Это вот от этого растения. Это Trailing Jade. Это суккулент. Короче, они под тяжестью упали. Они прям были вот, были очень длинные, длиннее, чем вот эти вот две. И я вот тут вот сидела внизу, и она прям на меня свалилась. Вот, поэтому их, конечно, тоже надо будет черенковать. Я хотела, чтобы они просто длинные росли, но не получится у нас. Они слишком тяжелые. Вот. Смотрите, я не сняла видео, как я пересаживала этот филодендрон миканс, но я его пересадила. Вот он теперь у меня здесь растет. Здесь вот у меня второй, который тоже был также из обрезков. А вот тут вот первый, который все... Его тоже нужно будет пересаживать, потому что, видите, какой он? Я его вот обрезаю, обрезаю, черенкую. А ему там уже, конечно, мало места, я в этом уверена, потому что земля высыхает очень быстро. Вот сейчас я вам ближе покажу. Это один из моих любимых. Я... У меня еще раньше был зеленый, там бразил, который там с желтыми вкраплениями. В общем, я от них от всех избавилась, кроме этого, решила лучше... Решила, что у меня лучше будет их несколько штук, потому что они мне очень нравятся, чем разновидность. Хотя обычно, да, вы знаете, я люблю разновидность. Вот. А сейчас покажу еще вам колумнею. Колумнею тоже пересадила, тоже, извиняюсь, не записала, но как бы тут было все так достаточно просто. А вот. Она у меня получается напротив миканса. А тут асхинатуса. Здесь еще одна колумнея, которая вот, вот это мне очень... У меня было видео, она мне тоже очень нравится. Что она у меня не очень... Видите, как она сбросила листья, начала как-то плохо себя чувствовать. Я ее пересадила тоже. И еще почеренковала. У меня там еще в воде стоят несколько... несколько побегов, стеблей, что странно как-то звучит. Вот, будем ее тоже сажать, я надеюсь, я ее сохраню, потому что она очень красивая. Вот, а теперь мы будем пересаживать наш глориозум, это будет вот во втором видео, потому что там будет очень много работы, конечно, я не хотела очень длинное видео вам делать. Поэтому спасибо огромное вам за просмотр, спасибо за поддержку, и давайте займемся глориозом. До скорого!